Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в Лос-Кампола, Лиговский 109 сегодня. И у меня для вас просто потрясающий обзор на Джерси Пунто Милана. Сейчас расскажу, чем же он так хорош и какие оттенки есть в нашем магазине. Поехали! Итак, первый вариант. Начнем вот с такого нейтрального классического серого. На самом деле тут в подборке в принципе такие очень повседневные истории. Это инновационный материал, который не мнется, не пилингуется, другими словами, не дает катышек. Многие джерси дают катышки, но эта история не для Пунто Милана. Стоимость этого варианта 2850 на последнюю поставку, и предыдущая также у нас встречается в магазине. Ну, мы дойдем до этих цен, посмотрим, там от 1850. Они очень хорошо растяжимы, плотные. Они скрывают все недостатки фигуры, если такие имеются. То есть у вас ничего не будет просвечивать. Силуэт можно выбрать как прилегающий, так и свободненький. Хорошо очень подходит для даже офисных историй. То есть вы можете сделать такие брючки. Очень комфортные, растяжимые. Они будут держать форму благодаря своей структуре. Джерси все-таки такой формодержащий материал. Можно пустить строчку, какие-то декоративные истории. Он очень хорошо придает форму, в меру тяжеленький. Идеальный трикотаж для создания образов в стиле casual, повседневных каких-то историй, спортивного комплекта, возможно. Это брючки прямого кроя и свободная кофта, которая как джемпер надевается. Вот так вот он хорошо растягивается. Коричневым, такой коричнево-карамельный оттенок. Конечно же, классический черный. Облегающее платье, если хотите, вот из такого материала очень классно получится, потому что он не будет подчеркивать, как тонкий трикотаж, все нюансы вашей фигуры, а наоборот подчеркнет достоинство. Глубокий коричневый цвет. Конечно же, для любителей светлого, для сейчас будет весна, лето, и очень хорошо подойдет такой вариант. В молочном оттенке будет выглядеть дорого, очень интересно, все, конечно, будут на вас оборачиваться. И это еще не все. Есть вот такие вот яркие оттенки Пунто Милана. Также, смотрите, базовый, мне кажется, такой цвет очень много кому понравился бы. Он такой бежево-песочный оттенок, тоже светлый, вот альтернатива молочному. Можно, кстати, смело сочетать с молочным вместе их в одном изделии. Либо альтернатива светлый, также вот такой вот оттенок. Для любителей таких теплых есть пудровый оттенок, тоже прекрасный цвет. Очень хорошо подходит блондинкам, ну и в принципе брюнеткам, мне кажется, такой универсальный оттенок. Конечно же, если вы выбираете для офисных историй, на брюки комфортные, это синие оттенки, разные, причем тоже черничный, классический синий, такой немножко сине-черный, горчица очень яркая, очень смелый такой цвет, и, в принципе, базовый тоже. Ярко-красный, будет смотреться очень ярко, красиво. Мне очень нравится вот этот небесно-голубой, это прекрасный цвет, который передает такое весеннее настроение, скорее. Летом тоже он прекрасно будет смотреться. Такой трикотаж не мнется, еще раз повторяю, абсолютно. То есть это уникальная ткань. Я забыла сказать про состав этой ткани. В составе вискоза 95, эластан 5. Что это значит? Что такая ткань не будет в ней жарко вам, то есть она не будет вас супер греть. Для такой погоды, как сегодня, у нас сегодня, кстати, минус 17 градусов на данный момент, и если вниз поддеть колготки, в брюки будет довольно комфортно. Ну, вообще, эта история очень комфортна для лета и демисезона, потому что абсолютно в ней не жарко, как в синтетике. Вискоза – это не синтетика, это натуральный материал, полученный химическим путем, иными словами. И сама по себе вискоза имеет свойство также приятно охлаждать. То есть летом в супержаркую погоду вам будет, в принципе, комфортно в таком костюмчике, если вы накинете
толстовку вечером. Ну, вообще, на самом деле, это такой очень комфортный вариант. Ярко-ярко красный. Смотрите, какой оттенок очень смелый. Можно сделать спортивного типа костюм. Так, 2850. Вот где же они на самом деле? Вот этот вот, 1980. Практически все варианты 2850. Это последние поставки. 2450 также встречается стоимость. Могут немножко отличаться по плотности. Есть те же самые черные цвета, чуть-чуть поплотнее, и они у нас называются бомба. И чуть-чуть потоньше. И вот последний, который хочу показать. Такой изумрудный зеленый цвет. Глубокий, натурально очень смотрится. Для тех, кто любит природные оттенки. Вот, пожалуйста, можно даже скомбинировать с коричневым, например. Или с черным и серым. Можно сделать сразу несколько себе комплектов и менять вверх и вниз местами. Ну что, я надеюсь, вам понравилась эта ткань. Я уже ее попробовала, могу сказать с уверенностью, что это суперкомфортный вариант, и выглядит он уместно в разных образах. Я сочетаю прямые брюки из джерси с какими-то и классическими историями сверху, и, в принципе, повседневными, типа свитеров. В общем, сочетается это все совсем суперкомфортно. Ставьте пальчик вверх этому обзору и ждите наши следующие обзоры. До встречи!